Всем добрый день. Значит, перед вами я, ну и кусочек сыра Маздам. Ну, соответственно, Маздам — это голландский сыр из города Маас. Значит, соответственно, значит, этот сыр сделан из натурального коровьего молока. И, значит, соответственно, жирность у него 45%. Что ж, давайте его попробуем. То есть, это кусочек... Я специально такой отрезал, то есть классический, который, так сказать, когда все представляют сыр, допустим, Маздам, все представляют именно вот так, как он и вот он. То есть, в общем-то, вот такой вот кусочек сыра и есть. То есть пробуем. Да. Маздам я не ел давно. Соответственно, ну, он нравится всем. Такой вкус. Вкус Маздама, как говорится, да, то есть как-то вот отличается все-таки от тех сыров, от других каких-то. Значит, соответственно, значит, что касается вообще Маздама в принципе, значит, низкое содержание соли, сыр укрепляет нервную систему, значит, восстанавливает иммунитет и, значит, полезен для тех, у кого болезнь почек и гипертония. Это не я придумал, это я откуда-то взял, можно посмотреть в интернете. Называется сыр Маздам Ягибо или Джагибо. Соответственно, значит, это Голландия. Вкусный, качественный, нормальный сыр. Все, всем спасибо, всего доброго, до свидания.